Не знаю, видно, не видно. Спасибо большое человеку, он знает все. С праздником всех, великий праздник, покров, всех, всем здоровья, пускай покрывает счастье, благополучие в этот великий праздник. Ну, у нас как обычно. Спасибо большое, да. Человек смотрит, знает. Взял вот такой укроп сушеный, такой вот приправочку. Пригодится там картошка, не картошка, супы, не супы. Всегда запах приятный, как говорится. Давай помахай просто. Издалека. А ты в этих своих ритузах. Я просто это как его ямтоенку ими купил еще одну. И как его. Корсил. Купаты вот такие вот, итальянские, с травами. Классический рецепт с сочетанием пряных специй. Ессентуки вот такую вот взял. Целебная. Вот такую вот. Попробовать это надо когда-нибудь попробовать. Итальянский сыр, моцарелла, много маленьких шариков. Это вот разломить там сверху картошки, когда она уже почти приготовилась, к примеру. Сверху вот так вот покромсать, она расплавится, прям вкусно будет вот так вот. Кивушки. Вот такие вот две кивушки взял. Бананчика, три штучки. Вот такие вот. Ну, хоть желтые, а не зеленые. То сейчас везде не зеленые бананы продают. Ой, выпало у меня с ящичка-то. С картоночки. Сейчас поправлюсь. Ну, ладно, короче, там. Все равно сейчас кушаться будет. Вот такие вот две самсы. Так. Арбузин. Сейчас я достану его как-нибудь. Шарик для боулинга этот. Ну давай, доставайся. Во. И арбузин. Какой-то бессемянный арбуз. Такой вот. Не знаю. Адекватный он там, неадекватный. Вот так вот. Ну? Я думаю, хороший. Всех с праздником. С праздником. Всем здоровья.